И пока блогеры писали объяснительные в отделении полиции, Аким Алматы выступал на сцене Дворца Республики. Здесь, при полном аншлаге, проходила его ежегодная встреча с населением, куда по традиции пустили не всех. Исимов словно хан. Сколько пробовала попасть к нему на прием, меня не пускают даже на такие открытые встречи. Говорят, что мест нет. А кто тогда там сидит? Десятки человек стояли на улице, добиваясь личной встречи с Ахмеджаном Исимовым. Но им это не удалось. Двери Дворца Республики закрыли, и людям пришлось разойтись. В зале тем временем выстроилась очередь у микрофона. Исимова спрашивали о ситуации вокруг барахолки, об авариях на теплотрассах, о тарифах на коммунальные услуги. Кого-то интересовало и то, почему Исимов решил провести встречу с населением в четверг, а не в среду. Всего же встреча длилась 2 часа. Более подробно о том, какие вопросы еще задавали градоначальнику и о том, что он на них ответил, смотрите чуть позже в информбюро.